Сань, не унывай, у тебя также будет все хорошо. Молодец. Горим. Ты сейчас там пропадешь. Карим, к нам подойдите. Карим. Карим. Да. Антон. Вчера он давал. Пожалуйста. Ренат, идем сюда. Раздавите. Но это не наш. Сейчас у нас будет. Вот Даяна дала. Ага. Давайте вон, сглазите. Спасибо. Ренат, можно тоже с нами. Вы оттуда фоткайте. Вы что стоите? Вы просто фоткайте оттуда. Красивее не будет фотография. Вот, что не надо. Ты меня раздавил. Спасибо. Молодец. И еще раз, прямо сейчас мы хотим поприветствовать здесь олимпийского чемпиона шорт-трек Семена Нестрана. Еще раз собраться не встретим. На следующих выходных Кубок России, Кубок финал. Семен тоже будет участвовать. И, Семен, еще несколько слов пригласить башкирских гостей к вам соревнования по шорт-треку. Друзья, Можно еще просто хотят поблагодарить вас, потому что вы просто феноменальные. Я, честно говоря, не ожидал, что столько людей придет. Вы просто потрясающие. Болельщики, вы просто... Я смотришь на вас, сколько вас здесь, как вы болеете, как вы поддерживаете всех. Это просто такой кайф. И Семен пришел такой, да не может быть, что столько болельщиков собираются в Уфе, серьезно. Да, Семен. И вот он говорит, однажды, говорит, на шорт-треке у нас в Уфе соберется столько же. Следующая неделя, 9-10 марта, да, центр шорт-трека имени Семена Елистратова. Приходите, финал Кубка России, Семен там будет всех разматывать, с флагом Башкирии финишировать. Вход бесплатный, всех ждут. Мы вас любим! Уфа, вы восторг! Спасибо вам огромное! Ну, спасибо огромное, дорогие друзья! Еще раз Уфа, вам овации! Аплодисменты! Если кто не хочет, да,
Он придет сейчас. Он выходит, да. Он выйдет сейчас. Да, не выйдет. Может, дождь вот оставить. Сюда подойдет он сейчас. Ей можно, ей можно. Да, он придет вот сюда, выходит он. Выйдет. Да? Да, да, вот сейчас выйдет он туда. Тот конец. Там уже не подойдет. Он уже не подойдет. Но святый химик. Там Эдик забыл свои подарки. Вот он там еще застрял. Он забыл свои. Что там? Фамилия. Он же наш друг. Антон, ты сиди, бабика, пусть кого побежал? А? Кто фотку заходите? Дайте нам всем фотку. А как вам это уже вчера? А как все стоят, ладно, и надо чуть ему давать, чтобы он расписался, наверное, да? А, ему телефон надо давать, чтобы он сфоткался? Ну, мы же оттуда не доберемся, похоже, дело. Он там берет у кого-то? Ну, а люди не уходят, главное. Блин, я махаю. Ну, куда это взял, да? Арго! Альбина, надо книги. Блин, а как это? Давайте кто будет фоткаться, будем уходить, пожалуйста. Кто взял уже? Да. Сфоткаться, выходите. Пошла. Аккуратно, дети спереди, не давите на них, я никогда не уйду. Ой, что Света? 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 У меня будет фоткаться, будем, чтобы все попали. Ой, там сзади толкают, это не потолкаем. Давай, рядом. Мы сейчас подпишем, потом все уйдем. Ну, тоже так. Ну, не толкайте. Да, сзади нас толкают уже, не мы. Мы стоим на месте. Держи, шевели, чтобы он не, этот, не заблокировался. Наоборот, сделай. Подожди. Давайте кто-то заторопился. Да, уходите. Мы сейчас будем до утра здесь стоять. Антон, не уходи! Давайте не ругайтесь сейчас. Мы не ругаемся, мы же
тоже так же стоит. Вот поэтому уходим, чтобы вы тоже смогли. Осторожно. Пропустите, а? Пусть люди пройдут. Подождите. А вот теперь пропустите нас. Пропустите там. Ну, давай, если давай, хотите сфотографироваться. Оп, кому продать место? Давайте мы выйдем спокойно. Вот Вот сейчас мы уже скоро. Нет, мы здесь. Да, встаньте, пожалуйста. Я там тебя не видно, будет небольшая. Свет, куда? Наоборот, тебе с этой стороны кричат, он ближе. Ну, извините. Уй. Так, чтобы мы вместе сидим. Нет, не задавим. Вот сейчас они. Да, да. Следующий. Я ко всем подойду, ненавижу. Антон, красавец! Ладно, хорошо, да?